я, Евгения Мангуби, представляю вашему вниманию очередной репортаж Trading Center Web TV. Этим утром американские акции упали из-за снижения доходности облигаций и роста торговой напряженности между США и Китаем. Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 19-месячного минимума. Между тем, Форекс Маркет имеет следующие значения. Евро по отношению к доллару на 0,12% выше и составляет 1,1141 пункт. Фунт по отношению к доллару остается без изменений и составляет 1,2625 пунктов. Пара доллара и иена на 0,02% ниже и составляет 109,57 пунктов. Пара американского и канадского доллара сохраняет бычий характер торгов. Пара закрепилась выше устойчивой горизонтальной линии поддержки и подкреплена восходящей 50-периодной скользящей средней. Долгосрочные позиции будут выше 1,3475 пунктов со значениями 1,3520 пунктов и 1,3545 пунктов. Биткоин на 0,06% дороже и стоит 8715 долларов. Золото продолжает укрепляться в цене, которая уже преодолела нисходящую линию тренда. Долгосрочные позиции будут выше 1280,5 долларов со значениями 1287 долларов и 1289 долларов ровно. Серебро на 0,33% дешевле и стоит 14 долларов 41 цент за тройскую унцию. В среду с вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.